Меня зовут Анастасия, и вы на канале «Техника бальных танцев», где мы с вами говорим о базовых фигурах в спортивно-бальных танцах. В латиноамериканской программе все фигуры будут браться из четырех источников. Это учебник Вултера Лайерда, учебник Имперского общества, учебник WDCF и сборник WDCF Syllabus. Танцуем ее из открытой позиции, левая рука за правую, и заканчиваем веерную позицию. По учебнику WDCF партия партнера начинается и заканчивается лицом к стене. Работа стоп будет везде подушка плоско. Партнер танцует укорачивает вперед. 2, 3, 4. Раз. Прерванный ход назад. 2, 3. И шаг в сторону. 4 раз. Степеней поворота у него нет, потому что он не вращается, а работа бедер будет следующая. На первом шаге он танцует четверть восьмерки влево нейтрально, нейтрально по направлению вправо, пол восьмерки влево. Нейтрально по направлению вправо, пол восьмерки влево, пол восьмерки вправо. У партнерши партия будет выглядеть следующим образом. Начинает она спиной к стене, с прерванного хода назад. 2, 3. Дальше она шагает вперед и на крест. 4. И поворачивается раз на 3/4 влево в спиральный кросс. Шагает лицом по линии танца. 2. Дальше у нее поворотный шаг вперед. 3 на 3/8 влево и еще на 1/8 влево 4 раз. Шаг назад. Работа стоп у партнерши также везде подушка плоско. И работа бедер будет следующая. Она танцует нейтрально по направлению вправо, половина восьмерки влево. Половина обратной восьмерки вправо. Дальше пол восьмерки влево, пол обратной восьмерки вправо, нейтрально по направлению влево. Также по учебнику WDCF эту фигуру мы можем закончить шагом в сторону. Тогда у партнера партия будет следующая. Начинает он также лицом к стене, танцует 2, 3, 4, 1. Шаг назад, 2, 3, и перед последним шагом он поворачивается на 1/4 влево и делает шаг в сторону 4 раз. У партнерши будет партия такая. Начинает она точно так же назад, 2, 3, 4, 1 на 3/4 влево, шагает 2. Здесь у нее будет задержанный поворотный шаг вперед. 3 на 1/2 влево. И шаг в сторону 4 раз. Также вот этот 6-й шаг в сторону мы можем заменить на шаг вперед у партнера и шаг назад у партнерши. По версии учебника Вултера Лайерда партия партнера будет выглядеть следующим образом. Начинает он также с укорачивания вперед. 2, 3, 4, 1, 2, 3. И вот здесь у него будет поворотный шаг вперед 4 раз на 1/8 влево. И работа стоп везде подушка плоско. Партия партнерша будет выглядеть следующим образом. Она танцует 2, 3. Дальше шаг вперед 4 с поворотом на 5/8 влево 1. У Лайерда спиральный кросс называется свободный спиральный кросс, то есть мое левое колено не соприкасается с опорной ногой. Дальше партнер идет на 1/8 влево 2, на 3/8 влево 3 и на 1/4 влево 4 раз. Также у Вултера Лайерда есть вариант выхода фигуры локом в открытую контрпроменадную позицию. Тогда у партнера будут следующие.
высшей степени поворота. Он танцует лицом к стене 2, 3, 4. Раз, два, три. Здесь он поворачивается на 1/4 влево и шагает диагонально вперед и в сторону. 4 раз, выводя партнершу в открытую контрпроменадную позицию. У партнерши степени поворота будут следующие. Она танцует 2, 3, на 5/8 влево 4, раз, на 1/8 влево 2, дальше на 3/4 влево 3, спиральный кросс, и шагает с левой ноги диагонально вперед 4 раз.